Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля, добро пожаловать на мой канал. Так часто при составлении букетов, композиций не хватает мелкоцветов, не бывает подходящего цвета искусственных цветочков, и приходится что-то выдумывать и фантазировать на ходу. Я хочу вам сегодня показать в этом видео, как сделать один из вариантов маленьких цветочков, выбрать любой цвет, подходящий для вашей композиции. И, в принципе, делаются они довольно быстро и несложно. И теперь давайте приступать. Для всех своих цветов я использую итальянскую гофрированную бумагу плотностью 180 грамм. Отрезаю полоску от рулона произвольной ширины, но не больше, чем 1,5 сантиметра. Идеальная ширина для этих малышей около сантиметра. И затем эту полоску делю на отрезки, которые на гофрированной бумаге отмечены. И в итоге размер одной заготовки получается где-то 1,5 сантиметра на 5 сантиметров. Затем беру один отрезок, складываю пополам и срезаю уголочки. Срезаю уголочки с одной стороны и с другой стороны. Так проделала со всеми своими заготовками. И теперь я беру одну полосочку и просто перекручиваю ее посередине. Таким образом, чтобы посередине образовался узелочек. Не всегда получается ровно посередине скрутить лепесточек, поэтому я подравниваю края и узелочек слегка прижимаю. И таким образом перекручиваю все лепесточки. И теперь подготовлю серединку для цветочков. Я беру бисерную проволоку, вместо нее можно взять любую тонкую проволоку. И нарезаю на отрезки любой длины, где-то около 10 сантиметров. И заготавливаю много-много таких отрезочков. И буду использовать бусины белого цвета, которые, в принципе, для любого цвета подойдут, так как белый – это универсальный цвет. Размер бусин где-то 7 мм. И затем беру бусину, беру проволоку, которую заранее нарезала, и надеваю бусину на проволоку. Где-то посередине останавливаюсь, сгибаю проволоку пополам и прокручиваю бусину, тем самым закрепляю ее. И теперь переходим к сборке цветочка. Беру один лепесточек, наношу клей на узелочек, вторым лепесточком место там, где у нас узелочек, склеиваю, то есть узелочек на узелочек. Затем беру бусину на проволоке и вставляю ее на цветочек. Тем самым закрепляю бусину на цветочке, и у нас получилась красивая серединка. Проволоку закрутила, закрепила все, и после чего каждый лепесточек растягиваю посередине. И на этом готово. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока!